ДТП где произошло? ДТП произошло. Занятие. Михаил Михайлович. Приехали уже сотрудники. А водитель где? Я еще раз. Так, Ал, скажи Вадиму, чтобы за твою машину сформировали сбор пострадавшего. Польский какой? 5, далеко вперед туда. В желтую. Так, взял. И там лежачий на жесткой. Я желтая скорая помощь. Так, какой там? Красная? Это красная. Красная зона. Давай вычеркнем красную зону. Красную. Так, где еще? Она где-то левее. Все в красную зону. Туда 25 обратно. Они стоят здесь. Вот уже прошло. Что вы забираете? Вот сюда. Она беременна. Так, вы старшие, да? Кто старшие? Так, вы забираете эти? Эти? Так, наши где? С Алексей Валерьевич. Это где Алексей Валерьевич? Ищите жилет. Нет. Заходи тогда, я пойду. Угу. Угу. Я найду. Нет, персонал, все готовы. Все, готовимся к взлету. Маршрут по полету. Ворск, Максимашка, перевозка пациента. Ёрик, ты что там? Ну что, подняли? Встали там. Виктор. Вот
Вот сейчас остался один тяжелый в состоянии шока, двое средних и двое легких.